Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО, мы хотим забрать Крым, или просто мы не можем договориться по деньгам, газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас чего-нибудь сами отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Нас поддерживает очень. Да, я слышал. У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе. Третье, значит, поле какое-то, на которое можно поспорить. Но поспорить не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все считают, что Россия осталась империей и относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем уже давно не так.